Однажды один царь хотел узнать всю мудрость мира и смысл жизни человека на земле. Он повелел, дал мудрецам такое повеление, и мудрец приносит к нему 500 томов книг, которые говорят о существовании человека. Царь его отправил, говорит: у меня нету времени, мне нужно управлять царством и прочитать 500 томов, это очень много. Вернешься назад, когда ты это количество уменьшишь. Через 20 лет мудрец приносит ему 50 томов. Но царь уже состарился, годы сделали свое, и он уже не мог и этого осилить. Отправляет мудреца назад. Через 10 лет мудрец вернулся с одним томом книги. Всего одна книга, которую должен был прочитать этот царь. Но царь уже был на смертном одре, и времени у него уже не осталось даже прочитать последнюю книгу. Мудрец посмотрел на царя, подумал и сказал такую фразу: смысл жизни человека. Человек рождается, страдает и умирает. Всего-навсего 500 томов заменила одна фраза. Но сколько времени понадобилось мудрецу, чтобы ее вывести? Около 40 лет, согласно притче. Но существует и обратная связь, да? Мы можем из одной этой фразы сделать наоборот. Можем написать 500 томов о жизни и смысле существования человека. Сегодня перед нами 6-я недельная глава Торы. В течение уже скольки времени существования Торы эту главу читают, и всегда предлагают какой-то комментарий. И в продолжении столько многого времени всегда есть что-то сказать, и всегда есть что-то послушать. С другой стороны, изучая очень много материала по этой главе, мы пытаемся его уместить, может быть, в одно предложение или каких-то 20 минут. Но материал этой главы очень-очень большой. Это история рождения уже после Авраама третьего поколения, Исава и Иакова. И предоставляется нам только очень яркие моменты жизни героев. Я бы хотел сегодня обратиться к названию этой главы. Она называется «Толдот». Но прежде всего хотел бы вам рассказать, какое время происходило, какое время было, когда происходили эти события по годам. За 6 недель, за 6 недельных глав Торы, вы не поверите, но мы осилили промежуток времени длиной 2123 года от сотворения Земли. Прошло 2123 года. Мы посмотрим поколения, которые жили в то время. Не буду вас утруждать вычислениями, я вам уже расскажу готовые цифры. Я взял середину Авраама. Авраам родился в 1948 году от сотворения мира и прожил 175 лет. Если мы будем смотреть предыдущих патриархов, начиная от Адама, то получается очень интересная картина. Авраам прожил вместе с Ноем, имел возможность с ним общаться 60 лет. Авраам застал Ноя в промежутке 60 лет. Но сын Ноя, Сим, старший, Шем, в Торе он называется Шем или по-русски Сим, он прожил на 35 лет дольше Авраама.
старший сын Ноя Сим прожил на 35 лет дольше Авраама, то Авраам мог всю жизнь с ним иметь общение, контакт, да? При этом Сим был рожден ровно за 100 лет до потопа. То он вполне мог рассказать Аврааму о допотопном мире, о том, что там было, как оно было, передать Аврааму очень много, рассказать Аврааму очень много информации. И Ной оказался самым последним долгожителем на земле. Он прожил 600 лет. Последующее поколение, если вы будете смотреть, люди уже, жизнь людей стала стремительно сокращаться. Сразу же после Ноя, если вы посмотрите цифры, люди начали жить 400 лет. И уже в четвертом поколении эта планка упала до 200 лет. Исходя из того, что Авраам имел общение с Ноем, то Авраам прожил всего 175 лет, получается. Так вот, что интересно здесь я нашел о том, что когда родились Иаков и Исав, они имели возможность тоже общаться с Симом. То они могли получить информацию всего, получается, из трех рук от начала сотворения мира. Откуда мы это знаем? Ламех, это отец Ноя, он жил с Адамом 56 лет. То Адам мог передать Ламеху, Ламех уже мог передать Симу, да, историю сотворения, то, что мог ему рассказать Адам. 56 лет. Вполне хороший промежуток времени о том, чтобы рассказать, то Иаков и Исав, они могли общаться с Симом напрямую, то мы можем с уверенностью сказать, что они знали все то, что мы прочитали в начале, с начала Торы, за эти 5 недельных глав, которые мы прошли. Исав и Иаков могли все это знать из, буквально, так сказать, первых рук, чего мы немного лишены. Нам оставлена Тора, в которой показаны самые, наверное, яркие моменты сотворения Земли и очень важные моменты из жизни героев Библии, те, которые необходимы нам для того, чтобы мы могли узреть Бога и пытаться быть теми, кем Бог хотел бы нас видеть. Вся остальная жизнь, которая протекала внутри семьи, мы об этом можем либо только догадываться, либо нам могут повествовать какие-то сторонние источники иудейских источников, Мидраш и так далее. Так, вот такое время это было. Рождается Исав и Иаков. Недельная глава называется Толдот. Почему она так называется? Отвечу вам на этот вопрос. Как обычно, название главы Торы образуется от первой фразы начала главы. Если мы откроем любую главу, будем смотреть, в основном все главы Торы начинаются по словам первой фразы. Так вот, сегодня первая фраза у нас звучит как двадцать пятая глава, 19 стих. Вот родословие Исаака. Вроде бы все понятно нам, да? Вот родословие Исаака, и нам говорится, что он всего лишь является сыном Авраама. Как бы вроде логически родословная должна идти еще куда-то дальше, но она заканчивается буквально на предыдущем поколении, на Аврааме. Другими словами, еще существуют переводы, которые говорят, что вот, например, вот история происхождения Исаака, сына Авраама. Вот эта фраза «история происхождения»
или как в нашем переводе переведено вот родословное, на иврите она и звучит «талдот». Если вы посмотрите в оригинал, то там сказано, что «талдот Ицхака». Всего одно слово и говорится о личности. Но слово «талдот», оно не просто означает, что это родословное или происхождение. Как мы знаем, существуют очень многие слова, которые невозможно перевести эквивалентом. Но мы можем понять это слово, только переведя весь его смысл этого слова. Потому что родословие как бы нам говорит об одном, но смысл, который, оказывается, заложен в оригинале этого слова, в «талдот», более глубокий. Еще в переводах, в других переводах существует такая фраза: «Вот история происхождения Исаака». Но и эта фраза, она не совсем точна. Более точный перевод, дословный, в принципе, как говорят комментаторы, он невозможен. Но мы все равно попробуем посмотреть и, возможно, понять, что заключается в этом слове. Само слово «талдот», оно сообщает нам о прошлом, имея в виду будущее. И на иврите в этом месте оно имеет форму множественного числа. Нам говорится, вот родословие, единственное число, и говорится об одном человеке. Но само слово это подразумевает сразу несколько времен, прошлое, указывая на будущее. И при всем этом оно еще стоит в множественном числе в этом месте. И приближаясь к заложенному в этой фразе смыслу, можно было бы сказать, если взять понятие «талдот», что родословное происхождение, которое породило то-то и то-то, что-то указывая на будущее. И словосочетание «талдот Ицхак» следует понимать так, что это происхождение и история жизни Ицхака, которая привела к рождению Якова и повлияла на то, кем вырос Яков. Вот смотрите, вроде короткое такое слово, название главы, но оказывается, как много оно говорит для тех, скажем, тех, кто действительно понимает иврит, и тех, кто изучают Тору на родном ее языке. Всего одно слово, но для нас оно открывает такое совсем иное, может быть, значение, которое мы могли бы подразумевать под «вот родословие Исаака, сына Авраамова». Авраам родил Исаака. Вроде все понятно, да? Но те, кто знающие читают, то приобретает смысл, что это происхождение, история жизни Исаака, которая привела к рождению Иакова и тем, кем он стал. Тем, кем он вырос. В рождении и формировании Исаака закладываются черты еврейского народа, которые проявляются в его детях. Самое начало, мы видим, было положено в Аврааме. Да? Первым был призван Авраам, чтобы он вышел из семейства, от своей родни и ушел в ту землю, которую указывает ему Бог. А Ицхак своей жизнью закладывает определенные другие черты, которые должны будут проявиться в его сыне Иакове. И об этом же идет речь в нашей главе. Также мы должны понимать, что в этой недельной главе Торы разворачивается построение модели взаимоотношений еврейского народа, как в общем. Здесь еще происходит формирование народа, как такового нету. Откликнулись только пока два человека, да, на благословение, которое призывает Господь, что благословлю и сделаю весьма великий народ. Он говорит Аврааму, и это же благословение переходит к Исааку. Сегодня
у нас как раз получается середина всего этого. Как бы в дальнейшем мы будем читать и увидим, что уже у Иакова рождается 12 детей, которые стали основоположниками 12 колен Израиля. И что очень интересно, еще я посмотрел в этой главе, что мы обратим внимание на то, если мы откроем Бытие 17 главу 20 стих, там говорится о благословении Измаила. В этом месте Бог говорит: «И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ». Во всех последующих благословениях, когда Бог благословлял именно то семя, которое Он призвал, мы видим, что ни Аврааму, ни Исхаку, ни Иакову Он не обещает 12 колен почему-то. Он ни в одном из благословений вы не найдете о том, что Бог говорит, что 12 колен будет. Но Он только говорит о количестве народа. В этой же 17 главе, в 16 стихе, немного ранее, Бог дает обетование об Исааке. «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». При давании обетования Аврааму об Исааке Бог не упоминает о 12 коленах. И когда раньше мы читаем о родословии Измаила, то вот это выражение, вот родословие Измаила, и далее перечисляются цари, которые были рождены, там это слово «талдот» не имеет того значения, которое имеется в виду о родословии Исхака. Посмотрев еще оригинал, это слово, где оно встречается, оно, оказывается, встречается всего буквально в 5 или 6 местах в самом начале Торы. Это в Бытие, в 5 главе, говорится о родословии Адама. Там упоминается это же слово с этим значением «талдот», о том, что, указывая на прошлое, предопределяя будущее. Говорится в 11 главе Бытие, родословная Сима. Там то же самое упоминается, это слово «талдот». Сим, он является тоже, входит в родословную народа Израиля. Да? Фара, всем нам известен, да? Кто Фара? У него то... Да. О нем тоже говорится, что вот родословие Фары, упоминается это слово, и еще раз, два раза, еще раз оно встречается в родословии Моисея. В книге «Чисел», в 3 главе, в 1 стихе, там говорится, вот родословие Моисея и Аарона. А вот что очень интересный момент оказался, в том, что в 6 главе книги «Бытие», в 9 стихе, это слово переведено совсем другим словом, не словом родословия. Я вам прочитаю 6 глава «Бытие», 9 стих. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, но и ходил пред Богом». Где вы думаете, встречается это слово здесь? «Талдот». «Житие». Вот житие Ноя. Здесь оно переведено совершенно в другом значении. И когда исследовав и посмотрел, то действительно получается то, что закладывается совершенно иной смысл в это слово. Другими же еще словами, после всех исследований этого слова и ситуации, где оно упоминается, можно сказать, что «талдот»
практически. Это процесс передачи определенных навыков, способностей последующему поколению в процессе рождения израильского народа. Поэтому эта глава, она нам повествует о двух, наверное, самых ярких, впервые приобретенных опытов в жизни Иакова. Да? В первый раз он у брата покупает первородство. Второй раз он у брата отбирает благословение, потому что первородство без благословения, оно не будет иметь никакой силы. В каком возрасте Иаков получает благословение? В возрасте 70 лет. Представьте, взрослый человек, 70 лет, слушает свою мать и идет выполнять то, что она ему сказала. 70 лет, очень большой возраст. Чем он занимался все эти 70 лет? Он жил в шатрах и изучал Тору, потому что он прекрасно понимал о значении первородства и благословения, он прекрасно понимал то дело, которое положил его дед Авраам, отказаться от всего и в возрасте 75 лет уйти от своего родства. Еще то, что относится к этому, мы можем отметить то, что комментаторы Торы отмечают очень интересный момент, когда описывается история семьи, Тора говорит о сыновьях. Но слово «сыновья» в оригинале можно прочесть еще иначе. «Строители». Почему? Как мы знаем, когда мы открывали свиток Торы, вы видите, что там нету гласных букв, нету огласовок, стоят только согласные. То в оригинале оба слова, они стоят без огласовок и пишутся совершенно одинаково. И в том, что они усматривают, что истинные сыновья – это строители. Они являются строителями того, какое основание положили и заложили их родители. На примере это можно посмотреть, если возьмем пример Авраама и Исаака. Авраам принял очень важное решение в его жизни. Оно было каким? Покинуть родительский дом, да? В каком возрасте это было? В каком возрасте Авраам уходит из Харана? В возрасте 75 лет. Если вы откроете книги Бытие, 12 главу, 4 стих, там нам об этом говорится, о том, что «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Его сыну Исааку пришлось принять еще более непростое решение – принесение его в жертву. В каком возрасте это происходило? Об этом не раз говорилось, это кафедре называлась эта цифра. Согласно Мидрашам, ему было чуть более 20 лет. Мы видим, что, скажем, на то, что Аврааму, может, понадобилось больше времени, в его сыне это уже проявляется намного раньше. Происходит, уже произошло, скажем, то, что было заложено способность принимать очень важные решения, и выбор всегда склонялся в сторону Бога, о том, что нужно делать выбор
тот, который будет угоден Богу, потому что в этом случае Бог всегда выходит навстречу и намного это восполняет. Авраам молился о сыне в течение какого времени? Ему было дано обетование в 75 лет, да, и Авраам получает сына в 100-летнем возрасте. То же самое делает Исаак в течение какого времени? 20 лет. Мы видим, что уже промежуток времени как-то сократился. Но судя иудейским источникам, в этом еще есть и другая идея. Но все равно мы видим о том, что что-то происходит, о том, то, что было заложено, оно уже в какой-то степени проявляется в следующем поколении. Каким образом у Исаака хватало терпения на то, что у него столь продолжительное время не было детей? Возможно, Исаак не раз приходил к своему отцу и жаловался ему, потому что нету детей, то и то происходит, почему? Жалуясь на эту скорбь отцу, то я думаю, что Авраам, в свою очередь, не в первый, и не во второй, не в третий раз ему рассказывает о том, как он ждал появления рождения своего сына. Он его, надеюсь, я уверен в том, что он его поддерживал. Итак, что мы можем увидеть нам в наставлении только из названия этой главы? Эта глава очень обширна, и приготовить материал, скажем, на каждый ее отрывок, то это не полчаса времени надо говорить, и не час, и не два. Там сокрыто очень много интересных действий и истин. Но само название главы для меня было очень интересно, хотя я готовил проповедь совсем на другое. Была совсем другая тема, но как-то заинтересовалась вот это само слово «толдоты», когда я стал его исследовать, для меня вот как-то пришло, что только в одном названии уже заложен очень огромный смысл. В чем же нам наставление здесь будет? Еще задолго до того, как были записаны слова Торы о передаче заповеди последующим поколениям, это мы будем читать в книге Второзаконие, да, есть в 6 главе, и во Второзаконии в 11 главе уже была записана Тора спустя очень много времени после произошедших всех событий. Там указывает о том, что нужно передавать это слово, нужно говорить сыновьям своим. Еще раньше патриархи уже это делали, они уже старались передавать все знания о Боге своим детям. Но при всем этом они еще с верой содействовали Богу в исполнении обетования о народе, через который должно было прийти благословение для всех народов земли. Сколько знаний о Творце или о Торе, о Библии мы получили от своих родителей? Кто-то ноль. У кого-то есть какой-то багаж знаний, у кого-то минус. Но я думаю, среди тех, кто здесь находится, таких нету, тех, у кого минус, да? Но однако же здесь, присутствуя на этом месте, мы получаем всю эту информацию. И мое желание, чтобы мы могли передавать это окружающим нас, в первую очередь, конечно, нашим детям, в том, чтобы даже смотря из этой главы, мы видим, что совершались те же самые ошибки, которые совершались в предыдущем поколении, те же самые ошибки, но мы видим, что все равно больше изменений происходило в положительную сторону. Если у вас не хватает информации, как делиться об этом, есть место, где вы это можете получить. Приходите в центр изучения Торы. И приходите не только вы, но и приглашайте своих знакомых, родных, приглашайте тех, кто хотел, тем, кого считаете, что
им нужно об этом узнать тоже. На этом месте мы именно этим и занимаемся. Мы стараемся передать законы Божии всем, кто желает знать о Боге. Аминь.